Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК вам покажет и расскажет, как можно себе нафармить очень много монет, а также довольно-таки неплохо поднять себе уровень. Все делается крайне просто, нам необходимо два персонажа. Допустим, ребята, на данный момент я с одного персонажа зашел с компьютера, а со второго персонажа я уже зашел с телефона. Я хочу качать именно этого персонажа, с которого я зашел с компьютера. Что же нам необходимо сделать? Нам необходимо, ребята, взять наш телефон. То есть я на данный момент вам показывать не буду, просто вы внимательно слушайте. Нам необходимо взять наш телефон. Дальше создать себе сервер и запомнить имя нашего сервера. И пароль. То есть я, допустим, запомнил, у меня называется KentGo. После этого я нахожу сервер под названием KentGo. Режим у меня рандом, я всем тоже рекомендую выбирать именно рандом, потому что это самый классный режим. И ищем, ребята, вот, внимание, KentGo. Я захожу сюда, пишу пароль 1414. И тут, ребята, уже стоит мой аккаунт. То есть, а вот этот Saurex, это тот аккаунт, с которого я зашел с телефона. Дальше я захожу в красную команду и просто подхожу и говорю: братан, приветик, молодой человек, а вы не против, если на вас пофармлю немножко себе опыта и монет? Конечно, не против, потому что у тебя выбора нету, потому что ты бот. То есть, ребята, таким макаром можно себе очень быстро поднять уровень, когда мы просто убиваем нашего второго персонажа с компьютера. И помимо этого, ребята, у вас будет просто превосходная стата, вы получите очень много денег. И я думаю, что, в принципе, если вы будете жестко задротить, то можно за сутки, ребят, поднять сотый левел. Потому что все это делается крайне просто. Получаете опыта вы очень много, получаете монет вы тоже крайне много. Поэтому, ребята, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, только обязательно поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно, потому что все-таки такого видео я нигде раньше не видел. Конечно, понимаю, что вы могли и сами до этого догадаться, но, ребят, нигде раньше такого видео не видел. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Ну что ж, я сделал буквально парочку киллов. Давайте, ребята, я выйду и посмотрю, сколько всего я получил. Так, выйти. Я выхожу. Рекламу можно закрыть. И буквально, ребята, за 30 секунд я себе получил 56 монет и 80 опыта. Как по мне, это очень-очень-таки классно. Минут за 10 можно получить первый уровень и так далее. Короче, ребята, жду ваших лайков, подписок. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.